Ну, всех поздравляю с отличной погодой, с фестивалем. Удачи всем на фестивале, даже тем, кто, как Таня сказал, будет не очень удачным, все равно удачи во всем. Ну, а песню недавно написанная, ей меньше года, называется «Автором неуслышанных песен». Это для тех, кто будет, может быть, не очень удачным. Мы пишем песни, словно письма в никуда. Мы помним слог, но потеряли адресата. И слабо верим, что они придут когда-то. Скорее знай, никому и никогда. Они уходят, оставляя города, едва коснувшись человеческого слуха, восходят песни до всеслышащего уха, как все послания отсюда в никуда. Да ты не слушай, это так я, ерунда. Коли песнями свои спасаем души, нам проще верить, что поем мы Богу в уши, чем просто знать, что это письма в никуда. Спасибо.